16 июня на городском стадионе «Торпедо» состоялся 11-й тур первенства России по футболу среди команд 3-го дивизиона Московской области. Люберецкая команда со счетом 1-0 выиграла у соперников из подмосковного Обнинска. Сейчас мы находимся на 5-м месте в чемпионате. 14-16 июня в Ростов на стадионе «Электрон» прошли дни здоровья, на которых присутствовало более 120 учащихся из летнего лагеря «Ратова» и гимназии номер 56. Дети играли в футбол, занимались легкой атлетикой и силовыми упражнениями. В Балашихе прошли футбольные матчи среди подростковых команд. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены футбольного клуба «Звезда». 18 июня в городе Домодедово состоялся футбольный турнир «Я выбираю спорт». В турнире приняли участие 8 команд. Люберцы представляли футболисты из «Звезды». По результатам игр наша команда заняла второе место. 18 июня в спорткомплексе «Триумф» состоялся второй тур чемпионата Люберецкого района по волейболу. Результаты игр. Томилина «Звезда» 3-2, Наташинские пруды «Октябрьский» 1-3, Коренева «Томилина» 3-0 и «Звезда» Коренева 0-3. Поддерживать спортивную форму можно и на каникулах. Завершается вторая неделя лагеря «Юж-Звезда» с изменением пребыванием детей. Лагерь проходит на учебно-тренировочной базе стадиона «Искра». Стадион «Звезда». Общее количество участников в лагере составляет 207 детей и подростков. В завершении отчета Владимир Сурков добавил, что в Малаховке завершился турнир по мини-футболу. Ольга Щевелева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение.